Oh. Oh. Вам принести что-нибудь? Кухня всегда открыта. Как насчет чего-нибудь покрепче? Тебе нужно поспать. Вот твоя пижама. Я сейчас вернусь. Санта-Клаус. Смотри, Джуди, посмотри-ка, вон горн, похожий на звезду. А посмотри туда, посмотри, сколько там народу. Пошли, познакомимся со всеми. Пошли, скорее. Брысь. Папа. Скотт Келвин. Я принесла тебе какао. Нет, спасибо. По моему рецепту. Я работала над ним 1200 лет. 1200 лет? Именно. Знаешь, должен сказать, для своего возраста ты выглядишь очень хорошо. Спасибо, но я встречаюсь кое с кем в отделе упаковки. Вкусно? Очень вкусно. Не слишком горячо, много шоколада, взбито, но не перемешано. У тебя растерянный вид. Растерянный? Растерянный не то слово. Почему же? Я разговариваю с эльфом, и я перестал верить Санту давным-давно. Это неудивительно. Большинство взрослых не верит в волшебство. Они как бы вырастают из него. Слушай, ты симпатичный маленький эльф. Спасибо. Но это же мечта. Это сказочный сон. У вас там полярный медведь регулирует движение. Я вижу это, но я в это не верю. Ты не улавливаешь суть. А в чем суть? Видеть не значит верить. Верить значит видеть. Детям не нужно видеть это место, чтобы знать, что оно есть. Они просто знают. Ну, тебе нужно отдохнуть. Спокойной ночи.